Я вот не хочу никого обсуждать, но вы мне, пожалуйста, объясните, чья страна производит вот такие автомобили. Сейчас я вот покажу, как выглядит автомобиль. Так, это вот дверь. То есть, если здесь воробей не вылетел из автомобиля, это уже хорошо. Голубь-то точно не улетит. Вот, это вот так выглядит, значит, Туарег изнутри, вот он. Вот, тут... Тут какие-то, провода все-таки еще идут, значит. Там вот у нас педали. Салон вообще просто. Ну-ка, салон. Дверь не, открывается. А, открывается дверь? Конечно. Ну-ка. Ох, блин, материться нельзя. Вот. Вот здесь прям... Я не знаю, у меня просто набора слов таких нету. Я еще не комментировал такие вещи, вот, но постараюсь сначала показать. Мне просто вот интересно, я вот слышу, что здесь вот в нашей любимой стране всем говорят, что нужно поддерживать местный автопром. Но ну как можно вот поддерживать, ну, если вот не знаю, вот, ну вот так машина выглядит, ну вот это что? Вот. Я товарищу говорю, ты приезжай ко мне в гости на этой машине во Франкфурт, Германию. Тебя полиция от самой границы будет сопровождать, чтобы ты, не дай бог, где-нибудь на автобане не развалился. Вот. Вот такие фары, значит, у нас. Вот. Это значит, ТО прошла машина по-любому, да, техосмотр. Кто в Германии не понимает, что такое ТО, это ТЮФ. Вот здесь одна такая фара. Здесь у нас одна вот такая фара. Ну, в принципе, вообще... Ну, вообще автомобиль ездит, да, я все понимаю. Я понимаю, что он будет еще ездить какое-то время, но... Но как человеку себя вот чувствовать удобно вот в этом автомобиле? Вот, может быть, кто-то, не знаю, напишет мне тоже свое мнение. Вот. Хотя я смотрю очень много... негатива в интернете, прям так начинают плохие такие комментарии писать, что я якобы там кого-то обсуждаю, кого-то хочу обосрать. Не, я никого не собираюсь обсирать, никого не обсуждаю, я просто вот с нейтральной точки зрения смотрю на какую-то определенную вещь и, значит, вот привожу для себя какие-то выводы. Вот жил бы я здесь, в этой стране, что бы я себе купил? Купил бы я вот этот автомобиль или купил бы я себе все-таки какой-то поддержанный, там, не знаю, там, японский или немецкий автомобиль, да, все-таки есть, значит, какой-то комфорт. Вот, я даже не хочу знать, как там выглядит под капотом у этой машины. Вот, но, ну, не знаю, просто отсутствует вообще. Мне слова просто в голову не приходят. Вот так, значит, дверь закрывается. Сейчас она закрыта. Так, ну-ка, ее надо... А, не, она больше не закрывается. То есть, вот здесь, значит, у нас щель. Такая, что рука входит, вот, значит, прям в дверь. Вот, здесь у нас, значит, климат-контроль. Вот он открывается, закрывается. Захотел, чтобы тебя охладило. Вот, значит, открыл окошко. Захотел немножко тепла, значит, закрыл, да? Вот. Вот бак очень интересная штука, да? То есть тут уже, наверное, с завода, да, наклепали вот такую штучку, чтобы можно было замочек поставить. То есть замок, сверху можно повесить, значит, еще один замочек, чтобы никто не открыл. Вот. Вот эти ручки, они, правда, не совсем понятны, но это, наверное, разберется только человек, который на этом автомобиле ездит. Вот эта дверь открывать, я так понимаю. Вот. А здесь у нас еще есть бардачок, оказывается. Вот оно какое дело, да. Ну, в общем, тема.